Дорогие россияне, компании Faberlic, это касается только России. У нас с вами 25 февраля состоится цифровой форум от компании Faberlic, который ни в коем случае нельзя пропускать. Он будет очень важный для вас и для вашего роста. Если вы хотите, чтобы ваша структура выросла от 3 до 5 тысяч баллов, сейчас я встречалась с руководством компании Faberlic, с Лигой Российской, и сообщаю вам о том, что ни в коем случае нельзя пропускать этот вебинар, если вы хотите роста. Это очень важно для вас и для ваших команд, потому что, подтвердив хотя бы этот же самый статус директора, вы получаете 55 тысяч премию, помимо повышенной зарплаты, да, за то, что вы выросли, открыв серебро и подтвердив его, вы получаете 110 тысяч премии, плюс, соответственно, еще большую зарплату и так далее, и так далее. Значит, сразу после цифрового форума нужно успеть подать заявку на участие в этой программе и сразу же, после того, как вы подали заявку, сразу же на вебинар, и мы вам будем рассказывать полностью всю вашу выгоду. То есть все известно в точности до миллиметра, как говорится, будет уже после форума. Поэтому форум 25 февраля ни в коем случае нельзя пропускать. Количество заявок на такой шикарный прирост, на такие шикарные возможности будет ограничен, поэтому возьмут первых людей, а все остальные могут остаться ни с чем. Поэтому скорость заявки будет от вас зависеть очень-очень. Но если вы пропустите форум, вы можете не понять, что делать, и можете упустить такую суперскую возможность. Поэтому, ребят, обращаюсь ко всему, да, ко всем лидерам компании Faberlic сейчас на данный момент. Если вы уже в компании Faberlic, то очень важно прийти на форум 25 февраля и очень важно привести всю свою команду. Вы можете им выслать это мое видео или сделать свое видеообращение, тут уже не столь суть важно, но самое главное привести как можно большее количество людей. Это касается вашего роста, роста вашей зарплаты, вашей структуры и так далее, и так далее. Будьте внимательны, будьте начеку, не пропускайте. Это действительно очень важно. Я вас очень прошу, ничего не планируйте. Планируйте только рост своей структуры. Уделите этот день своему прекрасному будущему.